начали мы очень хорошо. Дима Закуратный молодец, обокрал защитника шведского, забил быстрый гол. Потом во втором периоде Егор Соколов хорошо отыграл на пятаке, выиграли 2-0. Не знаю, может быть, немножко расслабились, пропустили два гола. Пропустили в конце и третий, но ребята не сдавались, все-таки забили за 30 чем-то секунд гол, да, 36 секунд гол до конца третьего периода. Но в четвертом, не знаю, может быть, везения чего-то или сил не хватило, даже не знаю как. Просто надо быть лучшим, играть до конца, как единый кулак, целой командой, вот верить. Ну, в будущем увидим. Два периода мы играли неплохо, вот, забили два гола, могли еще забить. Ну, ошибки в обороне привели к, вот, к ненужным шайбам, которые оказались наши, особенно вторая. Вот. Проиграли на практически одном квадратном метре, один в один, и получили второй гол. Понимаете, да, не хватило нам лидеров в команде. Вот. Выбыли из-за травмы как раз лидеры, и Денисенко, и Глинюк. Ну и не хватает еще в атаке нам нападающих острых, таких как Свешников, да, это усиление, и Хованов. Поэтому надо будет как бы искать нападающих вот сейчас, когда начнется сезон МХЛ.